Вот так и добираемся, ребята, до родничка. Значит, как говорят, дорога что к брату коротка, что к роднику. Идем к нашему дорогому на роднику, значит. Ну, естественно, я вот и дорогой человек. Поздоровайся, Витю. Здорово. Здорово, вот так. Еще чуть-чуть, Гоги, и дойдем. Такие пироги, вот. А, Гоги, не путайся под ногами. Пауза. Вот, ребята, и тот родник, о котором я вам говорил, ребята. Ну, это стаканчик пастухов, скорее всего. Ребята, я вам еще одну вещь скажу. Почему у нас лимонад вкусный, ребята? Почему у нас водка вкусная, вино вкусное и так далее, ребята? Потому что вода вкусная, ребята, и чистая. Летом тут придешь, ребята. Придешь тут летом, ребята, наберешь воду прозрачненькую, холодненькую, ребята. Пьешь, напьешься, ребята, и в стаканчике он остается. Генерацуали, за вас, ребята. В стаканчике, значит, он остается, и и рука не поднимается, ребята, выливать. Хотя вот из-под родника течет постоянно, без перерыва, ребята. Чтоб все имели силу воды. Вот так вот. Тебе набрать, наводчик? Будешь? Ну, у тебя из-под крана идет. Давай ту 6-литровую подавай мне, я наберу ребенку, жене. Вот сверху подавай, сверху. Тут грязь, не зайдешь так легко. Вот такие пироги, ребята. Естественно, сейчас еще выпью стаканчик. Стаканчик выпью, ребята. За грузинские чистые родники. Хорошо. Вкусноте его, как говорится. Так, поставим сюда. Бросай, бросай. Ага. Вот. Сейчас наберу для дома, так сказать. Так, встанем. Так, наберем. Вот ключи как бьют, ребята, отовсюду. Вот смотрите, ребята, чистейшая вода. Чистейшая вода, чистейшие люди. Вот она. Все, сейчас переключаемся уже, ребята, на шашлычки и на вино, естественно. Вот такие пироги вот.
Вот так развели костерчик, ребята. Вот. Говорится, как зимой развести огонь. А вот так вот. Поджег и развел. Вот такие пироги вот. Ребята, дрова исключительно выбираем сухие. Свежих ни в коем разе нельзя срубать. Ну, которые с болезнями всякими и так далее. Они стоят на ногах, но они засохшие, короче. Их можно, естественно. Или просто валяются, которые. Вот так вот. Ребята, значит, сейчас предложу тост, естественно. А кто, дай руку, пожалуйста. Так-с. Вот рог, ребята. Вот ркацители в Жигули. Ркацители в Жигули. Короче, сейчас налью и скажу тост, естественно. Заполнять не будем. Привет. Ребята, значит, смотря на эту красоту, хочу вам, значит, вас поздравить с наступающим Новым годом, ребята. И хочу, естественно, рассказать маленький тост. Значит, чуть-чуть, значит, мудрый грузин подошел к мудрому грузину, ребята, и как бы, ну, совета у него попросил. Говорит, хочу жить счастливо, и хочу, как бы, чтобы ты мне совета дал. Ну, в новом году хочу быть счастливым, говорит. Ну, мудрый грузин задумался и сказал ему, ребята, что если, говорит, хочешь, будь счастливым на 5 минут, на Новый год, говорит, постреляй петардами, так сказать, салютами и так далее. Если, говорит, хочешь быть счастливым, говорит, за месяц, ребята, женись. Если, говорит, хочешь на один день быть счастливым, ребята, напейся, говорит. Ну, чуть-чуть мудрый грузин смотрит на мудрого грузина и говорит, все что ли? Нет, дорогой, говорит, если хочешь всю жизнь быть счастливым, говорит, будь здоров, говорит. Ребята, так будьте здоровы, ребята. Пожелаю я вам здоровья в новом году, ребята. И не только в новом году, ребята. Пожелаю вам на всю оставшуюся жизнь неисчерпаемого здоровья. Вот так вот. Будьте здоровы, ребята. Вот такие пироги. Сейчас, естественно, рог передадим нашему дорогому гостю, так сказать. Вот как он эхо подает. Вот такие пироги, ребята. Вот так я вас поздравлю. Ну, тут сколько осталось? Ну, стаканчик где-то. Я тебе много не налью. Сейчас я в камеру посмотрю, как тебя видать. Ахаль цельми улицы. Что так? О, вот так. Ну хорошо. Все. Выпьем за здоровье. Молодец, Авто, молодец.
Ну, ребята, не удивляемся, это как всегда. Он даже воду, по-моему, так пьет. Уф, 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 как будто градуса 80. Вот так вот. Ну, праздник продолжается, ребята, естественно. Огонь уже подходит, так сказать. Вот наш костерчик. И вот наш бедный стол, ребята. Вот наш бедный стол. Я, ребята, в гараже забыл закуску, так сказать. Ну, там не такая уж закуска там. Как? А, ну да. Не понял. Скажу, зачем дома оставить? Скажу, да, в комментариях мне напишут. Ты, блин, что это такое? Это склероз, что ли, оставил? Не дома, а в то я оставлял. Я его оставил в этом, как его? В гараже. В гараже, блин. Там и этот пирожное были, жена пекла. Ну, Гоги и авто продолжают серию. Гоги, отойди. Когда тебе говорят, отойди, Гоги. Вот такие пироги вот. Короче, сейчас на паузу нажмем. Еще муза будет давить. Еще пару тостов скажем, ребятушки, естественно. Да, авто, скажем? Скажем? Авто. Тост скажем какой-нибудь еще интересный. Конечно. Молодец, Шенгей нацвали авто. Ребята, значит, сейчас хочу выпить за вас, ребята. Вы, наверное, догадались, за вас это кто. Это, значит, мои подписчики, ребята. Держи, рук держи, пожалуйста, чуть-чуть. И, буди, буди. Иди сюда, Бог, иди сюда. Вместе за вас выпьем, ребята. За вас выпьем вместе. Вот Гоги. Ребята, за своих подписчиков я пью, ребята. За вас, то есть, ребята. Дай Бог вам здоровья, ребята. Будь добру. Хацители. Алина Кахети и Хацители. Ой, блин, я как люблю этот Хацители. Посмотрим же, что наводчик тут вытворяет, ребята. Что же тут наводчик творит? Ага. Он, значит, шашишки жарит, ребята. Шашишки. Авто, ты на шампура его хочешь, да? Гоги, отойди, Гоги, отойди, ра, отойди. Не мешайся, Гоги. О, Гоги, ра, как ты умеешь, ра, этот, меня этот. Вот они уже. Пшикают уже, блин. Ого-го. Ого-го. О! Будет у нас с угольком. Ну и что ты? Что ты сделаешь, авто? Куда? Видишь, она уже пожарилась. А? Тебе в рог налить или? Нет, в рог не надо. А? Не надо рог. Почему? Да, скажи, да. Боишься?